Еще раз, Ольга, дальше пойдет обычный мой рассказ, переписка, так сказать, комментарии. Я вас очень прошу, откройтесь как-нибудь. Еще 10 раз извинюсь, ну, давайте это самое. Ведь должно быть какое-то продолжение. Не просто я все знаю, все умею. Вот. Так получается, что у вас своя есть база там теоретическая, я больше практик. Меня еще великим практиком называла Юдина, ныне покойная, главный редактор пенсионного хозяйства. Вот. Еще тогда. Теперь, значит, вот это горькое письмо для меня. Доброго времени суток. Начал вас смотреть неделю назад. Мне нравится видео. Однако я в шоке просто был, когда увидел в вебинаре номер 21 фальшивые саженцы, лжепитовника, дискредитация имен выдающихся садоводов. Ну, кстати, я остановлюсь на этом самом. Да, действительно, у меня такой вебинар был. Почему? Потому что исчезает, это Оля, опять же к вам, исчезает целая уже сорта, исчезает сортообразцы, клоны, в общем, все исчезает то, что уже было наработано. Первая фамилия тут на ум это Казмин и Байкало. Так. Ну и, может быть, есть и те, которые вот вы называли фамилию. Правда, я почему-то не знаю. Вот. А здесь в жестких условиях вот эти два садовода, да, мои соседи тоже исчезают. Это эти самые, наши саяногорские, я про них много добрых слов говорил, с восхищением диким, вот, тоже исчезает. А потом, эти, помните, я пример приводил, что фамилию Левицкого, это я приписал, Бай-Левицкий я приписал, а через несколько лет это название зажило самостоятельной жизнью. То есть мошенники присваивают эти названия своим сортам, которые с юга. Вот. Сегодня объявление по радио слышал, ехал с Абакана. Значит, улицу забыл, дом 11, продаются саженцы лучших питомников России и Европы. Ну, то есть, человек не обманывает, он с Европы, это значит не с России. Там было написано, сказано Россия и Европа. То есть, пришлют там с Сербии, в лучшем случае с Молдавии, в лучшем случае. А так еще итальянцы нам привозят, ну, само собой, в узбеки, эти самые киргизы, все это умрет до единого. Вот это есть. А присваивают им, чтобы их купили, присваивают название. Вот те самые. Помните там красавчик Байкалова и прочее. Вот этот момент. Теперь. Однако я в шоке был, где вы уничтожили в конце ролика добротные саженцы ваших уникальных абрикосов. И так понимаю, делайте регулярно. Ну, не регулярно, но дело. Есть поговорка, кто хочет, то делает, кто не хочет, ищет причины. Видите, это он меня воспитывает. Если саженцы у вас лишние, то их можно было посадить вдоль дорог, просто раздать людям, договориться, чтобы их продали вместе с привозным и т.д. и т.п. Только не уничтожать. Вы можете со мной не согласиться, наверняка есть другой способ избавляться от других сажен, не убивая. Есть, например, вы мне присылаете, ну, тысяч... чтобы мне заинтересовать кого-то. 50 тысяч не заинтересовало. Мне сейчас столько горько могу писать. Человек говорит, бери 50 тысяч, бери саженцы и начинай садить. Часть в городе, часть в сквере. Просто молча. Вдруг не все украдут, не все выкопают. Бесполезно, 50 тысяч не хватило. Как дальше быть? А? Мне все ноги заметованы. Ну как дальше быть-то? Сергей в отчаянии. Пришла весна, первую весну вообще практически не было покупателей. Хорошо, там полсотни покупателей разослал по России. А то бы тоже бы уже зубы на полку. Уже магазин строят, чтобы прекратить эту продажу. Ну вот, прислали мне деньги, посоветовали. Сказали. Может быть, наускали на меня какие-то там эти, как это называется, добровольных помощников. Еще как-то. Взял, оттянул меня, как это, как мальчишку. Я 1000 саженцев бесплатно раздал. А все равно бы это. Конечно, помогите избавиться. Но если у вас денег нет, чтобы это, я бы на ваши деньги бы нанял кого-то. Смотрите, держитесь, друзья.
Вот это было 2 недели назад. Я вам показывал. Видите? Внимание. Видите? Вот они. А вы знаете, что они должны были в городе быть высажены? А вы знаете, что я договаривался уже это? А вы знаете, что никто не приехал, никто не палец о палец не ударил? Вот. А получил я... Это горько, я потому что я как бы тоже на вас кидаюсь уже, потому что от обиды. Думаете, мне вот это приятно видеть, как Сергей растил, растил, растил. Вот они. Корни видели какие? Это не все. Это уникально. Пусть подвойная груша, но не уникальная. Они уникальные, потому что таких груш нет. Красноярск, Абакан, Минусинск, Шушинская. Вот 4 этих научных центра. Нету у них их, понимаете? Ну, нету. Именно у уссурийских. А это я еще раз показываю. Это рынок. Вот из-за них, из-за того, что никому ничего не надо, если бы вот это на рынке как бы не продавалось, вот эти бы с руками бы оторвали, и еще бы это, пришлось бы протезы ставить Сергею, с руками бы оторвали вот это все. Тем более, что тут ты тоже есть, тут попозже. Я смотрю, вы заскучали, пришли мне помогать. Эту фотографию мне прислал Драценко Павел. Так, ну с этим понятно уже, наверное, да? Вот. Вот перед ними извиняться не буду, что я, что все это выброшено. Я уже сколько с этим нервов намотал. Никому не надо. Сергей городу предлагал. О. Так. А вот это просто красивый снимок. Вот прислал Тарасенко. Откуда он его взял? Не знаю. Вот написано. Априкос. Ой, забыл. Ну, короче, мой. Это мой саженец. Но сама форма оригинальная. Я не мог его не разместить. Вроде бы и в лесу. Это как раз навеяло вот это вот письмо, да? То письмо злое, что я еще и виноват оказался. Вот. Вырастил, еще должен был посадить. Я, только я, больше никто. Один человек на свете за все отвечает. Вот, среди полного невежества и самое главное равнодушие. Так, Эльвира Александровна. Валерий Костин, здравствуйте, поговорила с вашим сыном. У нас близко грунтовые воды, соответственно, склад абрикос расти не будет. Извините за беспокойство. Тут понимаете, в чем дело, Альвера? Это вы мне прислали письмо, ну как в Тетейском суде. Она очень хотела иметь абрикос. Сергей, он настолько, как бы сказать, щепетилен, деликатен. Он сразу начинает. А абрикос где садить будет? Ему не хочется, чтобы он потом погиб, он был виноват, если никто с него обратно деньги трясти не будет. Вот. А я только что, да, существует проблема. Да, мы не пошли этим путем. Есть близкий к этому путь. И мы сейчас только чуть-чуть, там у нас несколько саженцев, абрикосы на сливах, сливы на абрикосах. Вебинары видели, я показывал. Это было даже, вот, да, даже это было интересно вам. То есть есть рядом параллельный путь. Несколько поколений. Насыщение ментора по Мичурину. А вспоминайте это. Я, правда, сомневаюсь, Ольга, что вы в Тимирязевке проходили Мичурина. Ой, как сомневаюсь. Есть еще, кроме насыщения ментора по Мичурину, есть еще настроение ментора по железу. Совмещаем два пути. И абрикосы чувствуют себя на сливах хорошо. И при глубине 2-3 метра до воды можно иметь абрикосы. Вот. Путь почти... Да это вам бы можно начать это все. Вот, берете у меня эти косточки венгера, прорастили, привили на них, на еще где-нибудь в средней полосе, где вы, наверное, где теплее, чем тут. Где не надо бояться заморозиться из подвоя. Вот. 3, 5, 7 лет, все. И где, везде, где грунтовая вода, можно растить абрикос. А пока да. Он вас просто это отговорил и все. Что я могу сказать? Сергей молодец. Ой, а это я ей писал письмо, а здесь он скопировал. Есть другие пути для близких готовых вод. Ну, то, что я сказал. Прививайте, да, те же сливы. Ну, не на каждую. И не первое поколение. Так. Вот эту фотографию мне прислал, опять же, Павел Троценко.
Мне понравился он, потому что он очень подробный. Павел Троценко, компьютерщик, автор моих, редактор моих книг. Так? Но это пока вам рады еще знать, что это Семидоли. Об этом не знает автор того письма, той книги. Кандидат наук, она не знает, что Семидоли нельзя, что под землей были вот эти. Что вот это зародыши. Что это зародыш, он как раз граница земля-воздух. Вот, Семидоли, они когда дерево еще попадает в засуху, куда угодно, вот здесь запас питания, это кладовка. А под землей она сгнивает. Я же тебе говорю. Вот. Если, допустим, Оля, вы это знаете, да? Почему тогда не знает тот, кто вот это написал? Вот она, ну. Смотрите, абрикос, миндаль, слива, алыча, 5-8. 4-6 это очень глубоко. И опять же, вишня, песчаная, терн. Вот. Я заметил, знаете что? Кроме груш все перечислили. Все кроме груш. А груши-то еще сильнее сгнивают. Ну, разве можно эти семидоли под землю-то, а? А теперь смотрите. Вот это бедное, вот они семидоли. Это что, полноценный саженец? Если он из глубины вылез, а? Вот здесь начинается корень. Где он должен начинаться? Вот здесь. А это, кстати, уже сгнило. Все, это уже сгнило. Вот. Ну, проходили, стыдно говорить. Я просто говорю, вот эти фотографии, они когда-то войдут в учебники, в новые учебники. Не в эти, где тишь, да благодать, только в это. Никому голову не приходится. Ну, закопал на 5-8 сантиметров. Ну, раскопай ты через неделю. Следующую партию раскопай через 2 недели. А следующий посади, как Троценко посадил, по моему совету. Видели, где эти самые? Скорлупки. Один из моих загадок. Иногда думаю, то ли я не могу этот момент уловить, у меня нет времени. Кто когда видел, почему часто скорлупки отскакивают на десятки сантиметров? Неужели взрывное это самое раскрытие? Не понимаю. Никто в этот момент, есть же понятие заметная съемка, ну кто бы этим занялся? Науке не надо. Они до сих пор не знают, что семидоли должны быть наверху. Лучшие представители, не все. Вот, еще снимок для этой, как он, до хрестоматии. Мне стыдно, я вам показывал 100 раз. При одних и тех же условиях. Одни сгнили, другие растут. Одни и те же условия. Еще и не закопаны, просто под снегом лежали. А вы их закапываете. Вот, пожалуйста. Ну. Вот это изучать-то надо. Вы посмотрите. Разве можно закапывать? Ну почему я за вас работать должен? Да еще это самое. Вы думаете, Оля, ладно, мы с вами, я уверен, дружить будем. Вот, я еще раз говорю, извиняюсь. Мне не понравился способ этот. Ну, назовем его дедовский. Определение сторон света. Где веток нет, там север. Вот это мне не понравилось. Плодом садом не проходит. Ну, в целом, если брать, нам нечего с вами делить. Давайте выразим все у вас сад. Пока мне чувство стыда, вины не прошло. Фух, спасибо. Все пришло 2 мая. Перекопывало, перепаковало мокрый песок. Вот это смотрят дети. Ну, эти будут тогда брать на все вебинары. А вдруг правда с этого возраста уложится в сознание. Многим жизни не хватило, чтобы вот это понять. Так. Перепаковала мокрый песок. Все высохло. Кроме 2 пакетиков. Проклюнувшиеся яблони ассорти, груши и сливы китайки. Высадила тот же день стаканчики из торфа на грядку повыше. А также из плодика вытащила 106 семечек и посадила. Забыла спросить, а сварок надо поливать на что-либо? Так, давайте по порядку. Вот ваша фотография. Одни переросли. Поздно заказали. Вы знаете, что я же, если кто видел мои эти объявления, гарантии не даю. Какая моя гарантия? А если кончики вот эти высохли? А почему песок сырой? Пакетик был нормальный. Я уже рассказывал об этом. Первое же хапнули всю влагу и не просто зашли, а переросли прямо в холодильнике. И плюс в дороге. Даже скорее в дороге.
тепло попадает, а уже апрель-май, махом. А остальным влаги не хватило. Они вообще могут не взойти теперь до следующего сезона. Не, не спорится, ну просто не взойти. Вот, я привел этот пример. Тут спасибо, пишите, все, спасибо. Вы поздно это самое заказали. Вот. В двух пакетиках все-таки был мокрый песок. Но это значит, я их паковал, их паковали перед самой отправкой. А некоторые запакованы были еще в январе-феврале. Вот, пожалуйста, результат. 100% уже вряд ли дождетесь. Так. Еще раз возвращаюсь к этим самым. Еще раз. Вот. Как сделать, чтобы это... Вот понимаете, я уже всех их призвал. Ну, пожалуйста. Ну, эту книгу уже не вырубишь топором. Ну, напишите новую книгу. Не ссылайтесь вы на Железова. Будем считать, что вы сами это открыли. И тут же начинаются проблемы. Закопаешь по железу на 0,5 сантиметра. А там сухо, не хотят сходить. Накройте стаканчиком. Ну, а попробуйте упустить момент по стаканчикам. Это надо жить рядом. Вот. Поливать вовремя, следить за стаканчиком, мыши, чтобы не съели. Вот. Но дело в том, что обеспечить все одинаково, чтобы... Видите, как у всех разный характер, насколько, да? Какой у всех разный характер. А мы хотим, чтобы все из 10 хотя бы 9 зашло. Хотим же? Хотим. Значит, что получается? Умудритесь, а потом ему еще расти надо. Так, ладно. Просто успокоиться не могу. Нельзя. Страшнейшая ошибка. Растиражированная. Потому что это же не один такой случай. Я таких сколько видел. Помните, я вам показал ей шкаф с этими, со статьями. Ну, тут упомянули сварок. На что плевать. Сейчас мы разберемся, на что плевать сварок. Я пойду на кухню, подогрею чай. Это 3 минутки займет. Вот, места нет, приходится освобождать под другие сорта, другие виды. Горькая правда. До такой степени дерево сварок дает плоды. Вы спросили про, как там было хитро, вопрос был задан. Как подвой, да? Да, очень морозостойкий, невероятно морозостойкий. Знаком с ним 25 лет. Значит, угощал самую Байкову Галину Николаевну, автора, соавтора этого сварога, угощал, да. На молодом дереве плоды с легкой кислинкой, но вкусные очень, на молодом дереве. Так, и сварог я испортил, он представлял уже невероятную ценность, как научный, как для науки, Ольга. Почему? Рядом растет нарядная фирма. Я показывал в других ракурсах, в других фирмах. Вот. Растет. И он стал вот таким вот. Вот. Причем не потомство, а само дерево стало таким. То есть здесь влияние, то, что я называю телегонией, так? Другое дело, что наука телегонию не признает. Она считается как бы псевдонаука. Но там по другим причинам, скорее всего, нравственная, но мы это проходили. Потому что если телегония среди деревьев, тогда телегония среди людей. А это уже, извините, это, тот, кто признает телегонию среди деревьев, он покушается уже на человеческие эти нравственные, да. Поэтому уже нет, все, дерево уже Сергей спилил. И вот это только отличение. Так-то она вот такой цвет имеет. Сейчас покажу. Вот, видите, все, что от него осталось. Так. Вот. Вот сюда я еще сравнение, видите, довольно, хотя оно было довольно немолодое. Этому было лет 22-25. Так. А это вот дикорос с города. Вот когда в городе пилили, я вам рассказывал, скандал был. Вот. Вперед просто, ну, чтобы занять людей, и наши деньги же освоить. Ну, отпилите. И не только деревья, но и наши деньги отпилить. Вот так, когда садят деревья без обрезки, они их называют еще как крупномеры, да? Вот. И садят, а обрезку никто не делает. Кроны, корни, естественно, изувечены, деревья очень крупные. Вот так и они сразу начинают гнить внутри.
Это одно еще из моих доказательств. А в городе таких деревьев много, они начинают падать, разбивать машины, давить людей со временем. Это одна из страшных ошибок. Я просто, ну, пока готовил вот это вот, наткнулся на фотографию, думаю, вставлю, лишнего не будет. Вот. А это почему мы вот так делаем? Почему мы уничтожили вот это прекрасное дерево, вот это вот? Ну, потому что это... Вот этот соседи, вот это наш забор, вот это соседи. Вот. 50 тысяч рублей сотка. Вот. Причем половина участка уже полностью пришла в негодность, как пахотная земля. Ясно, да? А это еще раз поглядите. Политика правительства не давать нам землю, чтобы мы были коль перекати поле. И, да, вот заметьте, дачи очень много брошенных. Если бы сразу дали землю, человек бы построил там дом, он бы там и жил. Дача есть дача. Зимой дороги заносит. Это не жилье. Вот. А это та самая ветка. Елена Александровна, вы же вроде обещали посмотреть. Это я к Савинич обращаюсь. Этот вебинар. Вот. Это самая ветка, что мы фильм снимали с соседями. Вот она есть. Вот этот забор, слева мой участок. А это вот соседский. Вот это только одна ветка. Вот так она выглядела. И перед смертью, как чувствовала, эти плоды были предпоследний год, они были не очень вкусные. И сильно много было. Это только одна ветка из 4-5. Вот. А последний год, когда мы с вами пробовали, они уже были ничего съедобные. Их было поменьше, и сахара было больше. Как-то шушенцы купили 12 ведер, тогда я только зауважал. Я думал, ну вообще несъедобно. А я-то с Украины. Я не знал, что с кислинкой едят, еще и нахваливают. Вот. Вот. Шушенцы как-то 12 ведер купили, вот тогда я только зауважал. Ну, Сергей церемониться не стал. Вот. Это горькая правда. А годом раньше я еще одну своими руками, ну как, дал команду уничтожить еще один сварок. И осталось у меня их полтора. Так, ну вы спросили, ну, теперь отвечаю на вопрос. И как корни собственные прекрасно будет. Вот, но расщепление свойств огромное. Пойдет папа-мама. Свароги это все-таки деревья скорее полукультурные. У них есть гены уссурийских груш. Поэтому пойдет уссурийскую грушу, есть будет невозможно. А рядом же сладкие, вот это же нарядный фильм опылило. Но опылило как? Прямой контакт. Называется изменение качеств. Телегония. Изменение качеств без зачатия. Вот. Откуда такой цвет? У них вот так корни переплелись с этими. Ой, корни, крона. Снарядные фильмы. А там ярко-красная груша. Не знаю, вам интересно или нет, все, что я говорю. И горького много. Вот. А вот я специально сделал фотографию. Я с нее брал черенки, если помните, я посылал черенки сварога. Почему? Это молодое дерево, а сварог, она в прошлом году дала первый урожай, первый пока. Вот, и они оказались чисто сладкими, такие приятные на вкус. Но да, с возрастом все-таки это, причем она привита на уссурийку, с возрастом все-таки сказывается уссурийка в нем. А когда потом огромный урожай, невиданный урожай, когда все эти пройти нельзя, три слоя лежат груши, ужас, вот там они совершенно несъедобные. Ну, как подвой, косточки, семечки продаю. Черенки вот я срезал, продал вам. Вот я ответил на ваш вопрос. Вот вам и привитый сварог, на уссурийку. И настолько он морозостойкий, что в средней полосе на него можно приводить культурные груши уже. И будет прекрасная биологическая совместимость. Фу, минут 8 отвечал на ваш вопрос. Так, здравствуйте, Валерий Константинович. Не пойму, почему завязи груши опадают все в цвету, а завязываются 4-5 плода. В чем причина? Ой, ну тут положение я вам могу 2 часа рассказывать. Ну, скажу главное, ладно. Вы ничего больше не написали, да, Евгений? Кстати, это не тот Евгений с прямой, что сегодня звонил. Жаль, что мне не хватает памяти на всех. Сотни замечательных садоводов.
Десятки из них надо было забирать в институт уже прямо сейчас. Готовые кадры я вам наковал. А где-нибудь там это самое. Ольга, по своим каналам, если они у вас есть. У вас были гениальные учителя. Поддержите. Какие у нас ребята. Они вам вырастят все, что хотите. Ладно, зависть гружит, опадает в цвету. Первая главная причина. Груши самоплодные бывают, но крайне редко. А чаще всего получетверть самоплодная, то есть вместо того, чтобы завязалось 400 плодов, 500, получается 4-5. Это может быть из-за этого. Одна причина. Вторая причина, получается, генетическая несовместимость. Никто не обращал внимания, что бывает, вроде бы не только цветет, и вроде бы миновали заморозки. Вот. Заморозки, это, кстати, вторая причина есть. Вы можете спить, а 2-3-4 градуса мороза, и цветы или замерзают, или подмерзают, и опять 4-5 плодиков вместо 400-500. Из-за этого вы можете даже не знать. Потому что заморозки до ночи, раннее утро, а вы в это время спите дома. Вот. Второй момент, третий момент, генетическая несовместимость. Вроде все нормально, и груши рядом, и вроде даже завязались. И последний момент, бах, и все на земле. Вот, дерево не хочет брать на себя ответственность, когда они вроде бы родственники, это касается не только груш, это любого вида касается. Вроде бы родственники, и вроде бы опыляют друг друга, а потом бах, зависть падает. Как вы пишете, завязи. Вот это значит, что у нее генетическая несовместимость. Папа и мама не дали ребенка. Ему не смогли дать ребенка. Вот это третья причина. Вот четвертая причина, которую мы считаем как. Ну, ясно, что речь идет, скорее всего, о привитых грушах. А генетическая несовместимость касается не только завязей самих, то есть рядом растет мужское, ну, то есть дерево мужское, вот, которое опыляет, которое является соучастником этого самого опыления, так, оплодотворения, но еще есть еще один родитель, это подвой. И тут получается так, что когда мы на подвой привой вроде бы прижился, бывает, вот действительно, и у меня также вот 20 штук привьют, 2 мертвых. Ну, руки те же, все то же. Почему вы мертвые? Я же не нахалтурил, нигде ни микрона щелочки не оставил. Все аккуратно. Вот, и вот это, и вот это. Размеры, все совпадает, все одинаково, все совершенно, все одинаково. Но вот это вот пошла к осени 2 метра то со скелетом. Цветы заложены на многих. Одногодка. И тут же рядом мертвая, вот примотанная, она мертвая. Это крайний случай. А средний случай растет себе, не что и растет, ни хреново, это неплохо, нехорошо, так себе. Вот. Ждет чего? Сверху морозной зимы, чтобы просто сдохнуть, когда это, потому что неполноценно. А неполноценность скажется не только на морозостойкости, что вот, мол, 3 года тепленьких, вроде бы чуть ли не цвести собирается, и зацветает, а потом дохнет. А еще и возможно так, что ну просто невидимо все, что происходит внутри. Так же, как у нас есть два супруга при оплодотворении, также вот эта самая гибридизация вегетативная, то же самое два супруга. И черт его знает, что получается. Слабовато получается, биологическая несовместимость, частичная. А какой цвет его выжить бы? Он сбрасывает. Вот сколько я наговорил. Но это еще начало разговора. У меня есть статья, там 10 причин названы. А мне же память подводит. Я когда статью писал, под настроение, раз, сразу все 10 назвал. А прошлые годы я все 10 не помню. Хотя писал сам. И ни на кого не ссылался. Я все выдумываю сам. Вот это вот фотозагадка. Я 3 года назад эту фотозагадку вам загадывал. Ну, фильмы снимал, заходил по саду. Поднимал не одно. Здесь вот одна такая форма, да?
А у меня под тремя-четырьмя деревьями разных сортов было таких, наверное, сотня вот такой формы. Я брал руки, кто мои фильмы видел, помнит, брал руки вот так, да что же это такое? Если груша, это лампочка форма, а это что? И до сих пор не разгадал. Вот сейчас подвернулась под руку. Думаю, ну еще раз загадаю. Кто из вас умнее? Давайте. Лада. Молоденькая игрушка была. Как мы над ней издевались. Это самая маточная всех деревьев. Сколько она дала веток, сколько она дала саженцев. И опять цветет. Хотя уже внизу несколько веток отрезано. Почти полностью сухих. Вот. Это я называю маточное дерево. Это так называемое дерево жертвенное. Вот. Но это не то, что какой-то ведущий черешни воды, два этого автора этого, которые изувечили черешню, да? Просто изувечили ветки лишние и на кольцо, и давай, и давай. Ярусы делать. Бог не догадался сделать ярусы. Они догадались. Изувечить так, а потом, ой, что-то груша это. Черешня на север не идет. А это просто пример жертвенного дерева. А это продолжение тоже. Это сварог, так? И помните, я говорил про телегонию. Я никак не могу остановиться. Мне нравятся эти загадки, да? Вот она, нарядная Ефимова. А вот это сварог. А там еще одна нарядная Ефимова. И там еще один сварог. Вот. Здесь влияние не сказывается. Но там деревья оба моложе. И они-то как снюхались. И получилось, что это звание брачной половой связи. То есть при неполном зачатии, при изменении характеристик без зачатия, я железов, полушутя, полусерьезно. У меня таких терминов, вы знаете, уже сколько, десятки, о которых никто не знает, и Ольга, ваши учителя, тоже не знают. Я это называю беспорядочной половой связи, без зачатия. Это и есть телегония, только уже по железу. Вот, видите, вот это и есть нарядная Ефимова. Самый любимый сорт Тимошки. Не ест, а жрет. Хотя она не самая вкусная. Хотя это победитель международных выставок, но не самая вкусная. Вот. Этого дерева больше нет. Это Лукашовка. С таких деревьев начинались наши сады. Вот. Минусинский питомник продавал, да. Ну, прививать не обязательно, сказали, будут сладкие. Выросло несколько тонн за все годы. Это сосед, вот забор мой я делал, вот с той стороны мой. Это значит, выросли за все годы тонны, тонны, это каждый год так. И на 35-м году сосед его спилил. Надоело. Вот. Это так выглядит Лукашовка. Но без прививки, на собственном подвое, то есть на собственных корнях она несъедобна. Ни одного груши, ни в переработку, ни в сок, ни в компот, ни на еду. Вот. И когда он спилил, а мне вот так жалко было это дерево. Подвой великолепный. Вот поэтому я так и написал. Ольга, это я к вам уже. Интересная тема. Видите, сколько я уже тем рассказал. Это только маленький, это как кусочек от того, что я бы хотел это. Они мне говорят, ну, представляете, как страшно тяжелая работа содержать черный пар в саду. Ну, сейчас я специально, так как у меня его нету, я эти несколько фотографий подобрал с интернета. Чтобы понятно, о чем я шла. Вот видите, вот человек молодой, здоровый, что ему не перекапывать? Другое дело, что он калечит дерево и калечит почву. Он этого не догадывается, да? Вот, а это уже, я это называю, нет, не красота, не это. Вот мне говорят, вот так должен отличаться, вот если этого ничего не будет, это будет дикий сад, а вот так культурно. Я это называю уже, да, извращением, натуральным извращением. А вот это денег, которые вырастут, и пошлют родители, и сами никогда больше лопату не возьмут. Понимаете? Именно потому, что придумали каторжный круг, этот, держать по черным парам. Это просто подвернулось. С голоду подохнешь с вашими ценами. А я сразу смотрю, да, действительно, это же
шрифт-то украинский, да? Вот. А я смотрю, я сразу Украину узнал. У них там, видите, какие заборы? У них вообще нет леса. Вообще. У нас в Сибири, кто хотел первый на этапе там в лесу этот, спиливали, очень легко спиливается этот самый высокий, этот, тонкий жерди. Вот. А потом доски дешевые, любой лесокомбинат, любой лесоперерабатывающее предприятие. Вот они, Украина. Вот. И до сих пор никакой тебе техники. Вот. А почему я этот снимок поместил? Да потому что нам придется к этому возвращаться. Еще немного и все. Не хотите голодных детей? Успевайте, пока заброшенные дачи, пока цены небольшие. Вот. Придется. Это я вам говорю. Вот. И кто знает историю, тот знает, что история развивается циклично. Начинали с картошки, с лопаты, и придем к этому. А то решили, ага, сейчас за нас это. Израиль и Турция, Израиль и Египет высылают в Сибирь картошку. Дожили. Дикость какая-то. Сами вырастить не можем. Вот видите. И вот, ну что она смеется-то? Вот эти калечит почву и смеется, что улыбаться-то? Это им кажется, что вот это красиво. Вот. Да как это красиво? Я такие вижу, и езжу даже, с дороги такие видно. Горбатится, но у некоторых это уже как болезнь. Ну, он не может, он не понимает, что красиво это когда трава. Даже не просто, а разнотравье. Надо привыкнуть к этой красоте и детей приучить, а не к этой мертвой красоте. Ну и возвращаясь к этому письму. Вот он мне говорит, как мне убедить соседей? Я с ними сцепился. Мне нужны доводы. Дайте раз, два, три. Пальцы загните, сколько. Почему нельзя перекапывать почву? Вот. А мне ж на ответ-то, это же целая лекция, вспоминайте. Там, вот где, видите, где они не копают. Я ему, а как я по телефону быстро расскажу? Там под землей готова инфраструктура. Не хватает только дерева. Дерево, когда появится, на заложенном месте. Помните, я говорил, сверху этот самый холм насыпали, сверху, не трогая почву. Не трогая почву, не трогая одерн. Сверху холм, в холме маленькая ямка. Естественно, никакой усадки никогда не будет. Саженец посадил. А дальше растет дом, как это. Он растет. Саженец – это дом. Крона – это крыша. И под ней сбегаются черви. Там появляется пища, там появляется, падают листья, листья перегнивают, черви делают ходы, дерево набирается сил. Само без вас. И вот это первое, я говорю. Второе – это каторжная работа. Третье – перекопали почву, уничтожили всю живность там. Это как бульдозером пройтись вот по этому же домику, где люди живут. Там под землей же тот же дом. Там подземные этажи, там аэрация, вентиляция, канализация. Ведь все там. Готовое. А только развивается, чем больше дерева, тем больше развивается. И дерево под собой переделывает почву. Дерево кормит всю эту живность. Самое главное, знаете, чем их кормит дерево? Не знаете? А Ольга, вы-то знаете? А вы должны знать. Потому что Курдюмов знает, а значит, вы знаете. Глюкозой кормит. Глюкозой. А кто откажется сладенького? А это награда за работу. За всю эту цепочку, которая начинается с чего? Вот, с того, что почва не тронута. Косится трава, остается на месте. И не надо бояться каких-то зловредных насекомых, которых надо уничтожить вместе с травой, вместе с листьями. Вот как-то так я им рассказывал. Тут вам. А кто-то же какой умник, это Ольга, решил, что вот эта перекопанная почва насыщается влагой. А? Ведь то, что пройдет все. А еще корочкой бывает схватится. Какая хрень. Ой, извините, это я уже волнуюсь, мне иногда давление скачет от того, что приходится воевать с невежеством. Кислородом. Ну, соответственно, и влагой. Влага и тем и кислород, а кислород он же растворенный в воде, согласны? Он же и сам по себе проникает туда и с водой, и просто через червячные ходы. Я уже вам целую эту готовлю фотографию с червячными ходами.
ну, не вам, а тем, кто учит вот этому. И все, и все, и все, и Мичурин, и до него, и после него, и ваши учителя говорили. Они почему-то хитрые, они не говорят перекапывать, они говорят рыхлить почву. А вы знаете, что она зарастает? Мне приходится раз в месяц это косить. Где-то в среднем раз в месяц. А мне больше делать нечего. Трудно. А если ее содержать под паром, она еще быстрее растет, чем когда просто дерн, а сверху траву срезаешь. Вот это. Ну и дальше я хотел еще целую лекцию читать. Тут много пользы от этого. От дерна и много вреда. Там вам и уничтожение червей. Вот сейчас они уничтожают все. Это ж не просто, понимаете, это их дом, червей. Они всю жизнь пахали. Они всю жизнь строили этот дом. А сейчас детей заставляют, ну ладно, а вдруг они тут садят, ну, картошку. Что я на них накинулся, так же, как на вас, Ольга, просто вебинар. Может, они картошку садить будут. Тут дело святое. Надо учить детей. И я своих учу. Вот. Но что значит рыхлить под деревом? Это значит хоть раз копать, искалечить корни. Рыхлить уже корни меньше повреждаются. Но это все лето, а вы представляете, если саду 3-5 соток хотя бы. Это же ужас какой-то, это же не жизнь, это каторга. А потом брошенная дача. Ну вот как-то так я ему объяснил, теперь вам объясняю. Раз уж такой звонок был. Ну насчет сдохнуть, это точно. И еще немного, и кормить нас будет некому. Домик, деревня – это святое. Все. Но не вот эта дурь. Лучше в грядки посадили. Вот это вот фотография с моего сада. Посадка на холм. Привел за столом в прошлом году. И он сразу... Ой, нет, вру. Позапрошлом году. Хотел похвастаться, что на второй год цветения. Нет, на третий. Но привал за столом, поэтому это... Он до сих пор хиленький кажется. Да и вот чем плохи вот эти холмы, мне некогда поливать, и плохо растет. Ну, зацвел, получается, на третий год. Но я еще раз говорю, меня с этими холмами достали как? Раз уж я учителя влез. Я учитель какой-никакой, 500 фильмов и 400 статей и книги, да. Все-таки я обогнал иных этих академиков как по плодовитости. Вот. А мне это, а как холм, поливаешь, вода стекает. Да, стекала. А теперь пусть стекает. Сейчас корни уже вот тут. То есть первый год замучишься, польешь, на другой день сухо. Вот. Вода действительно стекает. Надо лить, чтобы промокло хоть немножко. Ну, зато с третьего где-то года любые дожди, все, корни там, за периметром. Вот это хотел сказать. Вот дерево маточное, да, Тимош, видишь? Меня всегда удивляло, наш рынок, не рынок, нет, сады, за первые годы, когда еще только появился и даже до меня, моментально насытились вишнями и сливами. Моментально. А их все, что не надо, это не косить. Вот тут вот скошенный добрый десяток слив, но они уже успевали, шло, 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 и вот они, видишь? Вот. А вот это вот слива красно-желтая, самая сладкая. Твоя прабабушка, которой вот уже нет на свете, говорила, мне ваши эти крупные, кислые, а они же венгерки с кислинкой, а эти такие сладкие, их есть невозможно. Они не сладкие, они слащавые. Вот. Компот сильно сладкий, есть невозможно. Вот. Его надо разбавлять, приходится водой все время, потому что один сахар. И вот эти вот размножались сами по себе. А потом, Тимоша, люди научились за ними ухаживать. И после этого они повсеместно начали исчезать. Ой. Главное не мешать им расти. Главное не подходить секатором. Вот растет себе. Вот. Вот даже штамбик есть. Это обычно как? Привитые, они сразу от низу пошли. Потому что ветки же, то есть, это ветка, но и опять же почки образуются. Кривые, горбатые. Но эти хоть более-менее на эти саженцы похожи. Это то самое спасенное мной. Сегодня уже яму выкопал, корни торчали. Вот. Уже было обрезано вот это все. И тут я остановил и сказал, отпилено. Не выбрасываем, а омолаживаем.
какие плоды получили осенью. Но это мы уже проходили, да, Елена Александровна? А вот это вот, значит, по Мичурину используется настроение ментора. То есть, ну, например, сейчас уже получше видно. Вот. Это справа вот она, черешня. А это вишня, от корней пошла. Корневая отводок ниже прививки. И получается, что мы сделали? Мы насытили вишню генами черешни. И черешня, будучи привита, 100% прижилась. Сейчас-то видно лучше. Это фильм уже сделанный, ну, где-то дней 10 назад. Вот. Это есть, используется насыщение ментора. То есть вишня, черешня, вот это особенно дикая черешня, это такой ужас, это наш бич. Черешню получить, вы видели мои фотографии, фильмы, где это Тимошка это, собирал черешню, настоящую, вкусную. Кстати, есть не хочет, хотя она настоящая. Так вот, значит, этот рубеж пройден, и теперь мы имеем гены черешни, вот это самое, черешня, гены вишни, вишня, гены черешни. Сейчас, в дальнейшем, так же, как я говорил, абрикоса с сливой можно так снюхаться, что подвои будут короткие, то есть, как черешню, абрикос мы можем выращивать на сливе, а вишню, а черешню можем выращивать на вишне. И у той, и той корни-то, где поверхностные. Поняли, да? Вот они, корни поверхностные. Вот и все. Вот это вот пути развития. И называется это, тут я никаких открытий не делал. Это, нет, делал, это два пути. Значит, вверх это по железу, так. Вниз насыщение ментора, видите, вот это черешня дерево погибло. Вот это черешня, да? А вот это пошла, ну, прививка где-то вот на этом уровне. А это вишневые побеги. И я в нее опять привил черешню. Ну, пусть другого дерева. Здесь совмещены два способа. Насыщение ментора, Ольга, и наслоение ментора. Когда-нибудь вы в это вникнете. Мои колонны. Сейчас. Мои колонны молодые. Вот, вот так цветет питомник. Вот. Вот так я сейчас груши, видите, вот пошла. Груши внедряю в яблони, потому что я их искалечил на прививку. А значит, вероятность, что погибнет от бактериального рака, велика. Я придумал это. Еще одна, Ольга, интересная задумка. А если грушу привить в яблони, а груша-то не болеет бактериальным раком? Вот. Ну и часть из них взял, вот так привил. Интересно? Надеюсь, вам интересно. А это просто цветение, это... Вот питомник, вот не купили грушу, вот она. А? На третий год. Вот, ну все, вот самое интересное впереди. Все. А, нет. Ну, самый последний, Антон Валерьевич, сейчас захочу. Это мой спор на бутылку коньяку, лучшего коньяку с моим сыном Сергеем. Когда-то он был ребенком, когда ты вырастешь, выпить не с кем. Теперь ему 30 лет, а мы не пьем оба. И что получается? Выпить по-прежнему не с кем, но я сказал, здесь 3 года жила академик. Академик погиб, внизу там торчит пенек, видно, показывал вам, видели, в фильмах показывал. Это свежий снимок. Так вот, значит, их дождались в прошлом году, раз, и ни одного плода. Я говорю, полностью это цвет веток. Как у академика. А это мажорец ниже прививки. Вот. Цветы, как у академика. Все, ну вот хожу. Ну, академик, академик. А вегетативная градация не существует, да, Оль? Вспомни, что тебе учителя говорили. Вот. Твои. Ваши, я уж извините, на вы. Вот. И вот сейчас я жду, чудо жду. Пока одно дерево у меня только было, вот, мажорец. Но, правда, плоды не крупные. У меня есть фотографии. Вот такие плоды. Вот. Помельче, но вылитые академики. И вот я жду чуда. Вот, видите, вот оно, деревце. Вот. Я уже смотрел, уже плодики завязались. Вот. И мне и коньяк из принципа. Если
Ну, правда, он может оказаться самым обычным. Или, как у меня было, один год папу, один маму. Папу, маму. Но тут уж наука не отрицает. Это вполне...